Обмыватель заднего стекла не работает. Дорабатывает лянчу на ходу сразу. Омыватель заднего. Так, мы в лянче внутри. Толкает. А что там у него такое? Стартер. Стартер, да? Так, лянча толкает. Сейчас. Ниву. Колесо сейчас попадает? Или... Колесо в колесо. Сейчас покажу. Толкнул колесом в колесо, и Нива завелась. Так. Так, ну теперь лянча. Вот тут, где у вас с отломанным колесом сидел, левее можешь брать по болоту. Там кусты. Перекос большой. А вон то болото. А ну подожди, я выпрыгну, давай. Миш. Вот там размешано. И там шишигу мы в темноте вынимали. Друзья, это место. Это место. Тут хорошо. Тут хорошо. Да, вот там колея от шишиги. Ну, левей, левей, Миша, левей. Вот тут слепой же сидел тогда ночью. Хорошо, я его направил. Что? Думаешь, какать хочет? Не, я тут катался ж. Если хорошо спуститься, то проехал. И выехать я тоже сюда не смог. Замылилось, да. Ну и скользко, и уклон большой. Лянча зацепилась, выехала, красавчик. Миша, теперь на меня! Я УАЗом не выехал. Стал бросать курс. А он выехал. Что там, позалетало что-то, да? Лепёхи. А ты его не хочешь? Нафига покупать внедорожник? Покупаешь обычно в лянче, дельта и кайфуешь себе нормально, да? Ты перекачал колеса. А мы не спускали его даже. Ну, по трассу накачали. Так. Главное, чтобы самурай не отбил. Давай быстрее катаем. Название припечатает. Та камера у нее снимает. Тут он пишет. Это Facebook я добавил еще.
Шишига вот тут со слепым сидела. Это место. Вот как обещал, что будет интересно. Это место, где был 13 лет у вас клубу проводилось. К сожалению, связь тоже тут слабенькая. Ну, что-то, я думаю, видно. Лянча только что тут проехала. Я не успел включить. Ну там не интересно, там все могут. Ну тут связь вроде лучше, должно быть что-то видно. Смотрите, друзья, пишите, видно, не видно, как трансляция идет. Сегодня оффроуда хоть отбавляй. Олег, Олег, вправо рули выйдешь. Что-то опять. Бородач говорит, заеду шишигой, но это надолго. Это я вам сразу скажу, что сейчас шишига там будет. Идемте станем, на... чтобы шишигу было хорошо видно.
Шигу в этом месте мы уже видели. Тот, да, вернулся. Конфеты подействовали. Сейчас опять у вас будет шишигу выдергивать. Давайте расскажу. А мало зрителей, к сожалению. Борется. Очень скользко тут. Да, не хватает протектора. Не хватает протектора. Как это все выглядит со стороны. Тут не так просто, кстати, и выехать, я вам скажу до конца. Уклон так есть нормальный, камера не передает, естественно. И очень скользко. Да, вправо, кстати. Алле, туда задом едь, туда задом и выедешь. Так, вечереет уже. Вперед колеи стал. Да, как я посоветовал, поехала машинка.
протектора этого машина не закапывается. Если я на УАЗе могу хорошо, на мосты, да? До мостов докопаться, то здесь... Ленча красава, конечно. То, что я говорил, очень скользко. Относительно небольшого веса получается хорошо. Я УАЗом тоже не мог выехать. Это оно вроде едет и все. Выехал. Все, красавчик.